Приехали на трамвайчике на озеро. Очень красивая, красивый водоемчик. Просто прелесть. На той стороне пляж, лодочки плавают. На склоне горы виноградники. На солнечных склонах здесь везде разбиты виноградники, маленькие, большие. Уточки на берегу сидят. Утята. Какой-то интересный мостик. Идем на него посмотреть. Дальше не пойдем. Вот такая дорожка, с нее прямо сразу идут ручейки в озеро. Слева это озеро, а справа уже судоходная река. Ну да, если когда-то плавал, то навыки начнут. Какой-то пирс интересный. О, мост очень красивый. Идем по бережку. Кругом вот такие спасательные круги. И сразу можно вызвать спасателей. Если вдруг кто-то упадет в воду. Так купаться здесь плавать нельзя. Река судоходная. Идем домой. Уже вот Убан едет. Будем ехать назад.